проверка микрофона начинается. Алло, алло, обычно. То есть, обычно это делает Димасик. Вот, но сегодня Димасика нет, он занят немножко другими делами. Вот, а я всех приветствую, это канал Бородач ТВ. У нас сегодня в гостях Татьяна. Как правильно? Березина? Да. Березина, да. Правильно? Да, Татьяна Березина. Вот, очаровательная девушка, а еще у нас специалист по правильному питанию. Я правильно понимаю? Ну, не совсем так. Я могу порекомендовать хороший магазин, где все это продается. А вообще хотела рассказать именно о том, чем я занимаюсь. Возможно, жителям нашего города это будет интересно. Я сейчас развиваю сеть эко-магазинов, сотрудничаю с крупной международной компанией. Компания мой генеральный партнер. То есть это, по сути, бизнес на готовой франшизе. То есть компания обеспечивает меня всем магазинами, хорошим качественным товаром, продуктами, офисами, обеспечивает логистикой, ну и так далее. Да? Обучение. Обучение, да, все это есть. То есть сайты, то есть все то, что, с чем приходится сталкиваться обычным предпринимателем, допустим, захотели мы, да, открыть какое-то дело или свой магазин, да, мы же все это сами делаем, там идею нужно найти, товар, там магазин найти, помещение под магазин, продукт, ну, продавцов и так далее. Ну, да, все это, надо все, решить да, много вопросов. Да, много вопросов и, ну, естественно, денежных, да, в первую очередь. Здесь все уже за нас сделано, то есть компания всем этим обеспечила. А моя задача только обеспечить рынок сбыта. То есть создать товарооборот. Как это происходит, я сейчас таком, на простом примере приведу. Ну, что ты любишь кушать больше всего? Есть, может, какой-то любимый продукт? Ну, сладкий или соленый, без разницы. Не, ну, сладости как-то мы не любим. Сладости. У меня раньше, ну, по молодости было два выбора, да, то есть, ну, вот, я всегда про него говорил, вот, когда в технику учился, говорю, у меня было две сладости. Это блондинки и шоколад. Но шоколад я выберу, ну, вот, реально быстрее. Почему? Потому что, ну, как бы за этим, ну, долго охотиться не надо, да, то есть как бы это намного реальнее и проще получить. Вот, ну, я в целом. То есть шоколад. Ну, шоколад, да, то есть до сих пор, ну, это любимое у меня лакомство, это шоколад. Ну, возьмем шоколад. Шоколад – идеальный пример. Допустим, ты любишь шоколад, у тебя дома там куча разных вкусов, разных вариантах, то есть, ну, вот действительно любишь, и приходит тебе в гости, там, друзья, подруги, там, родственники. Вы вот фраза «подруги», так это вообще просто… Ну, подруги вашей семьи. Жена там у человека говорит, ну, подруги пришли, ну, что, нет, да не вопрос, конечно. Давай, дальше, ну, очень интересное общение. Да, и вы пьете чай, ну, логично, да, чай, кофе. Приходи на чай, попьем, чай, вопрос, подруга. Может быть, что-то делать, я такого не знаю. Ты понимаешь, по соседству там сексолог главный находится, где-то говорят, тут, блин, будем серьезно. Ты, главное, Лене показывай эту запись. Я знаю, что у нее сегодня тоже день рождения, как да, у Лены. Да, я да. их, ну, Лену поздравила. А мы почти да, двух Леночек днем рождения. Вот, так что пьете чай, угощаются гости шоколадом и спрашивают, слушай, крутой шоколад, реально вкусный, где купил? Ну, допустим... Ленте. Да, вот, Лен. Ты любишь Ленту, допустим? Реклама Ленты. Да, реклама Ленты. Платили, но... В Ленте. Я представляю такую ситуацию. Приходишь ты в Ленту в следующий раз за очередной порцией шоколада, дома все закончилось, гости все съели, а тебе управляющий Лентой говорит, слушайте, Михаил, тут по вашей рекомендации пришло уже 100 человек, они накупили у нас разного-разного шоколада, у нас прошел достаточно приличный товарооборот, ну, нам это выгодно, и мы решили, ну, как бы вас отблагодарить, да, и вот вам там такой-то, допустим, небольшой процент за то, что вы нас рекомендуете. Ну, классно, классно. В следующий раз приходят опять гости, кушают шоколад, пьют чай, кофе. И ты приходишь в очередной раз в Ленту, тебе говорят, слушай, Михаил, уже по твоей рекомендации пришло намного больше людей, поэтому вот такая коробка шоколада для тебя будет бесплатно. Ты окей, классно. А, то есть уже сам убрал. Да, уже сам. А, ну или нет, просто сэкономить. Сэкономить, сэкономить как минимум. А в следующий раз ты приходишь и тебе говорят, Михаил, слушай, ну просто какая-то уже бешеная у тебя за шоколадом. Ты, не знаю, скармливаешь всех своих родственников, и тебе говорят, вот тебе коробка шоколада и, к примеру, сверху еще 15 тысяч рублей. Сколько? 15 тысяч рублей. Ну, для примера я взяла эту сумму. Канал закрываем. У меня деньги платят.
15 000 рублей. Как ты думаешь, тебя как-то это стимулирует дальше ходить в Ленту, покупать у них шоколад и его рекомендовать? Не, ну конечно, стимулирует. Стимулирует. Как ты думаешь, еще найдутся такие люди, которые захотят также ходить в магазин? По-умному. Ну, если я, конечно, расскажу, ну, мне скажут, там, откуда у тебя, во-первых, шоколад и деньги на... Вообще столько покупать шоколад. Конечно, спросят. Ну, возможно, я расскажу, а возможно, не расскажу. Да? Возможно. Да. Возможно, кто-то расскажет, кто-то другой. Но, тем не менее, всегда найдутся люди, которые, ну, захотят сходить в магазин именно вот по-умному. Никуда мы носим деньги, да, где мы еще зарабатываем. И в этом, наверное, состоит, если совсем кратко, в двух словах, суть бизнеса. То есть... бизнес-рекомендации, потому что в нашей жизни мы постоянно что-то рекомендуем, причем это делаем неосознанно. Ну, например, да, там, я не знаю, какую-то ты мойку нашел крутой машины, и какая-то она с изюминкой, но не такая, как у всех. Хочешь рекламу? К примеру. На Мир один, кстати, есть великолепная мойка. Вот, и ты же неосознанно можешь сказать, что тебе, друзья, классная мойка, вот только сейчас оттуда мне все нравится. Спасибо тебе за то, что ты даешь мне возможность вставлять рекламу. И вы здесь встречаете человека, которого реально дает столько возможностей. Да, кстати, туда можно доехать на такси Максим. Ты сегодня кстати спрашивал, да, ездит, да, работает. Вот. Ну и так происходит. У девочек это обычно что там сделала? О, как раз, да? Сделала чудесную прическу вашему салоне красоты. Ну, кстати, Михаил Камынин делает великолепную прическу. У него очень много девчонок ходит. Вот, он вообще, ну, химик-лаборант, серьезно. Я думал, что покрасить волосы, это такая, ну, вот вообще просто, ну, что там помазал, я сам как-то маму просил, был, ну, немножко в курсе этих дел. А там такие нюансы, оказывается, вот благодаря тому, что он делает, на волосах, ну, волосы появляется такой определенный блеск. То есть только вот, ну, я вот видел только вот после того, как выходит от него, только я вот именно у него видел вот этот великолепный блеск, вот то, что он умеет делать. А, так как получается, ну, вот взять одни и те же ингредиенты, да, то есть, а пигмент волоса, он даже вот, ну, если человек там, ну, два блондина там, ну, там, четыре блондина, да, то есть оттенок этой краски, да, вот этот пигмент в волосах, то есть он, да, совершенно другой. И тут им можно, где-то надо что-то поправить. То есть он это все это видит моментально, тут чик-чик-чик, там тебе какое нужно, он сделает именно то, подберет. И важно еще освещение, потому что многие, вот, которые делают фотографию, здесь мы находимся вот в нашем пространстве, буфет, он еще просто еще до конца не готово. Вот, и здесь мы сделаем как раз возможность делать студийные снимки, да, и, ну, как бы полноценную студию, то есть с хорошим освещением. Вот, я к чему. А что я вообще начал говорить? Самое интересное, что, в принципе, то же самое я рассказываю про свой магазин. То есть, по сути, сейчас, да, ты сделала рекламу своему бизнесу. То же самое делаю я. То есть, я рекламирую свой магазин, потому что я туда хожу, я... там покупаю продукты, мне все очень нравится. И этим я делюсь со своими знакомыми. А ты первая здесь в городе? Ну, у нас как первая? У нас есть тоже люди, которые также продвигают сеть эко-магазинов, да, и, ну, я не могу сказать, что я первая, но у нас уже открыли здесь точку выдачи. Вообще магазины, они с бешеной скоростью растут, как грибы. С нами или без нас они все равно будут развиваться. Почему? Потому что тема эко сейчас, она очень популярна. Ну, все хотят, да, согласись быть красивыми, молодыми, продлить свою молодость, получить больше энергии. А стараются как-то сейчас особенно, ну не только молодежь, все как-то следят за питанием, стараются вести здоровый образ жизни. Это можно приобрести только у вас или это и в магазинах тоже есть? У нас... Ну, вот таких вот, ну, как бы, как Лента, там, еще что-то. Нет, смотри, вот в том-то все дело, основная прелесть какая? Тем, что я вообще, в принципе, не занимаюсь продажами. Есть магазины, есть интернет-магазины. По какому принципу это вот все работает? То есть, я не продаю продукт. Для этого есть магазин, есть продавец, можно прийти, делать покупку, либо в интернет-магазин, да? Я занимаюсь только рекомендациями. Я могу порекомендовать продукт. То есть это будут люди, клиенты, которым я могу оформить карту от 3 до 10% накопительно. Они могут прийти с этой карты, совершить покупку, либо через интернет-магазин делать заказ. При этом самое интересное, что магазин у нас закрытого типа. Ну вот наподобие метро, да, как раз мы сегодня. Ну, клуб. Без карточки туда не попасть. Ну, для членов клуба. Да. То есть для чего это сделать? Для того, чтобы компьютер, ну, система, она могла понять, по чьей рекомендации пришел человек. То есть кого хвалить, кому бонусы начислять. Маленький секрет, просто не все знают, вот
действительно, для тех, кто что-то пытается вообще продать, важно, что персонализировать, ну, как, чем лучше ты персонализируешь, скажем так, клиента, да, то есть будешь знать его возраст, там, пол, да, то есть, ну, это тоже недостаточно, то есть мы должны понимать его финансовое состояние, там, да, или принадлежность к какому-то определенному, там, ну, вот взять вот, за спортивное здоровое питание, там, да, там, курильщиков, возможно, тут нету, да, там, ну, я так условно говорю, то есть, и здесь очень важно персонализировать своего клиента. Для чего это делается? Для того, чтобы ему и предлагать именно то, своевременно там, и регулярно, да, чтобы он никуда не уходил и он пользовался, да, то есть, например, я так просто говорю, например, вот эта линейка там уже надоела человеку, да, то есть, ну, мы все меняемся, да, нам хочется себе что-то новое, то есть, соответственно, вырабатывается какая-то новая линейка, и тем самым поддерживается спрос у, скажем так, клиентов. Для этого нужны данные. Полностью согласна, здесь есть такой момент. Именно как раз именно вот момент продаж. Я до этого много лет работала тоже. Вообще, в принципе, наверное, больше 10 лет моя жизнь связана с продажами. Я работала всегда в области продаж. Ну, главное, что тебе больше 10 лет. То, что продавать можешь продукцию. Да, и как раз таки я и мечтала найти такую компанию, где бы я могла уйти от продаж. Почему? Потому что, ну, приходит время, ты понимаешь, что... Ну, невозможно постоянно продавать. Да, невозможно продавать, тебе физически, ну, не хватит, да. И именно здесь в чем заключается прелесть. Я не из несколько клиентов, ну, потому что в нашем бизнесе есть как бы несколько составляющих дохода. Первый приведу пример. Это когда человек может не строить бизнес, там, не давая рекомендации, а просто сам пользоваться, он уже экономит на покупках. Каким образом это происходит? То есть он получает свой индивидуальный номер, да, для того, чтобы сходить в магазин, называет, да, там, свой номер, либо в интернет-магазине, да, набирает и совершает покупки. И уже, то есть что он уже получает? Как минимум он получает гарантированное качество продукта, потому что, ну, продукты эко, они как минимум, да, безопасны для человека, окружающей среды. И максимум, да, что он может получить, это кэшбэк, возврат покупок. То есть мы... Это сейчас очень много. Да, это сейчас естественно. То есть вот представим, мы каждый день ходим в магазин. Кэшбэк еще каким образом получается? Да, что вы понимаете, да. Баллы или это рубли? Это рубли, это денежные. Деньги. Да, это да, деньги. Да, да, да. Ну то есть в зависимости от разной суммы можно потратить деньги на, опять же, продукты, да, то есть они копятся на твоем счету, либо от определенной суммы ты уже можешь снимать денежное вознаграждение. Кэш. Да, да, именно это кэш. Очень это очень классно. Так в том-то все и дело, что... Я сейчас, подожди, я должен вставить эту вставку. Да, да. Ну, Сбербанк, знаешь? Да. То есть там же баллы есть? Да, с бонусом спасибо. Да, но это ерунда. Да. Потому что, ну, например, я их все израсходовал, у меня там было порядка там 6 или 8 тысяч, ну, как-то накопилось, я думаю, блин, а что у меня, оказывается, деньги есть. Вот, и да, у меня, оказывается, есть баллы, ну, я же как бы, этот, как человек, который понимает, что у меня есть какая-то выгода определенная, пошел, естественно, их потратить. Но не потратил их сразу все. Оказывается, есть определенные магазины, да, или там партнеры Сбербанка, которые это дело оказывают, ну, скажем так, сотрудничают. Вот, и мне не понравилось. Не понравилось, потому что я не везде, где я хочу использовать свои накопленные деньги, скажем так, а только в специализированных магазинах. Конечно, там взять тот же там Бургер Кинг, там это классно, то есть как бы за баллы это можно вообще все 100% там платить. Вот, но это мне не понравилось. Например, сейчас вот я оформил карточку Альфа-банка, и там, например, заправки на этих, как покупаешь как бы топливо, там, да, 10% возвращается деньгами. Да, да. То есть вот это важно, намного приятнее. Это приятнее, да, потому что нет шум. Мы просто на кухне находимся, наш буфет, вот творческое пространство. Музыкальный фон. Да, да, да. Специально сделали вот это пространство для того, чтобы люди могли здесь проводить мастер-класс, встречаться, общаться, пить кофе. Ну и также мы будем делать различные видеозаписи. Вот, давай мы сейчас немножко перейдем к товару, потому что у нас была такая долгая, да, вступительная, да, лирическая часть. Да, да, вот, давай расскажи мне о товаре. Что там продается? Вообще, что там продается? Да, да. Продаются товары повседневного спроса. Так. Все то, что мы можем купить в обычном магазине, только другого качества, намного лучше. Ну, например, как минимально, если взять продуктовую корзину, ну, когда мы идем, допустим, в Ленту, Окей, кто, какие магазины любят, если взять самый-самый минимальный там набор продуктов, мы идем, покупаем что-то покушать, ну, чисто вот я беру вот пожрать. Вообще минимум, да. Пожрать идем. Ну, у кого какие аппетиты, да? Пожрать. Что-то для дома, бытовую химию, да, какую-то. Кто-то, может, косметику себе купит, зубную пасту, чай, кофе, батончики. То есть, ну, вот такой минимум. А в нашем магазине продаются все те же самые товары, то есть каждый день
а мне вот прямо нравится это ощущать, я просыпаюсь и делаю товарооборот сама себе. То есть я просыпаюсь, чищу зубы нашей пастой, иду там умываюсь косметикой, да, там делаю себе макияж, завтракаю полезными мюслями, да, которые натуральные, без сахара, которые малокалорийные, берегу там фигуру, да. Могу там помыть посуду нашим экосредством, убрать дом, побрызгать стекла, попить чай, опять же наш вкусный, полезный, там выпить кофе и так далее. То есть ничего особенного я не делаю, да. В этом и заключается, наверное, основной смысл. То есть... Слушай, а там ведь тоже надо уметь использовать, применять все эти... Ну, конечно, да, это все написано. Это... Или... Да, есть целая система обучения, она онлайн, она очень удобна для того, чтобы человек мог, независимо от того, где он находится, ведь у всех есть основная работа, в основном большинство людей, это и рассчитано на то, что затрачивая 2-3 часа в день, обучаясь онлайн, ты можешь выйти на тот же доход, ну, средний, да, у нас... по городу, я не знаю, 30-50 тысяч рублей, да? Это секретная информация. А? Закрытая информация. Просто понимаешь, как бы в стране кто-то получает 9 миллионов в день. Это понятно. Я беру большинство людей, средний там какой-то класс, то есть можно заработать те же деньги, работать 2-3 часа. Наверное, здесь где-то в районе 25-30 тысяч. Как бы, да, будем. Вот, и это очень удобно, что там появилось тебе 10 минут, там раз получился в онлайне, то есть это очень удобно. Онлайновые школы, специальный кабинет лично, где можно там пройти обучение, все это в виде 5-минутных роликов, все это доступно. Очень удобные, ну сейчас век интернета, у нас приложение есть, допустим, в Телеграме, NL Assistant, это наш бот. NL Assistant называется, наш бот-робот, ты можешь задать ему любой вопрос, а допустим, не знаю. Пугаться можно? Ну, нет. Почему? Я думаю, никто еще не пробовал. Подожди. Как говорил товарищ Сахов, торопиться не надо с ответом. Может быть и можно, но он в основном отвечает на вопросы именно по продукту. Допустим, надо узнать, а что входит в состав нашего чая или там полезных мыслей, или почему там в нашей пасте там есть то-то и нету каких-то там других, да, ингредиентов. То есть это можно у него узнать, это очень удобно. Вопрос такой, да? Вот смотри, как долго ты уже, скажем так, употребляешь эти продукты? Как долго ты употребляешь эти что-то гадость? Да, долго. Ты сидишь на этой теме? Да я вообще уже подсела просто, уже хуже нет. То есть это опасно, да? Я подсела. Сколько времени ты... Да, значит, смотри, какая тема. Я уже 2 года пользуюсь этим магазином. Два года я сижу. Подожди, давай сразу так. Всех интересуют физиологические изменения, да? То есть, как бы, у меня раньше харь была такая, ну, побольше, 115 килограмм. Вот, и, ну, естественно, где-то пришлось диетой, то есть, как бы, там, заняться, да? И, ну, в принципе, спорт, бег, да? То есть, мне нравится бег. А скажи, пожалуйста, у тебя как-то ситуация поменялась, то есть как-то были излишки веса, то есть и сейчас вот это что-то, ну... Ну да, во-первых, у меня вообще полностью изменились мои вкусовые привычки. Давай я расскажу про наш основной продукт. Это вообще наш флагман, на котором делается самый большой товарооборот, потому что... Ну, нажали что-нибудь там, вода или что? Я пока покажу, а потом я тебе угощу супер вкусным коктейлем. То есть я могу сегодня не ужинать, хотя у меня сегодня праздничное настроение. Да, да, ну чтобы, знаешь, все-таки люди убедились, что у тебя там рога копыта не вырастут, хватит не отвадить, что ты... Так давай, насчет рогов. Тут у подруги есть. Это наверное, честно скажи, ты на Димку Галина подписана? Только честно. Нет, я вчера даже залезла прочитать, но мне же стало интересно. Потому что я посмотрела ваш эфир, мне стало интересно. Я начала изучать информацию. Я прочитала, но не подписалась. Пока. Пока. Знаешь, честно тебе скажу, возможно, ты будешь 15-тысячный у него подписчиц. Не, серьезно, у него в Инстаграме около 12 тысяч подписчиц. Все девочки. Нет, там парни есть. Нет, я тоже есть. И парень молодец, у нее тоже там свой своеобразный доход уже появился, так что... Теперь реклама Дмитрия, я так понимаю. Реклама, да. Давай мы переходим к твоим. Так, что это? Это персичек значит, или это что дыня? Что это, да, это дыня. Так, много вкуса. Значит, это функциональное питание. Вообще, что не слышал, что такое функциональное питание? Ну, слушай...
так как я занимался, ну, как сказать, когда наступает период таких интенсивных тренировок, да, то есть мне нужно восстанавливать себе силы очень быстро, да, то есть, ну, когда ты тренируешься там уже 15-18 километров в день надо каждый пробегать, да, для того, чтобы уже, ну, вот, начинается там. Я просто в мае 400 километров я пробежал, 400 километров. 400, ну, реально, 400 километров, знаешь? Вообще, ты крут. Нет, я еще не крут, я к этому буду стремиться, там, возможно, на 600 уйдем, возможно. И ты знаешь, чувствуется, что идет какая-то нехватка там, да, то есть витаминов, там, кальция, то есть поэтому, естественно, приходится какое-то спецпитание покупать. Да, потому так... что оно, ну, как бы более концентрированное, то есть более, ну, как сказать, быстро усвояемое, это очень важно в нашем деле. Естественно, там творог и мед никто не отменял, но тут тоже надо понимать, что не всех ингредиентов там, да, хватает, ну, скажем, в натуральной пище, ну, мы понимаем о чем, да, то есть, а для каких-то, ну, как сказать, спортсменов там разного направления, да, то есть нужна своя как бы определенная, ну, как сказать, пищевая конъюнктура, если можно так сказать. Вот. И что в итоге? Что в итоге? Ты все правильно сказал, но только это нужно на самом деле не только спортсменам. Вообще всем людям в мире нужно получать все эти витамины и полезные вещества, которые нашему организму не хватает. Вообще зачастую сейчас у нас какие продукты в основном? Ну, по качеству. Тыльки и сало. А? Ну, кока-кола, тыльки и сало ем, потребляю. Цибулю их. Вот, то есть не совсем качественные продукты. Я с собой вот у нас очень, ну, в связи с тем, что, ой, как тебе сказать, сложная экономическая обстановка в стране. Очень сложная. И то, что мы не производим, ну, это связано с тем, что отбили желание это, во-первых, очень много предпринимателей вообще закрывается, ну, ежегодно. То есть, соответственно, нет желания что-то делать, производить. А так как нам ввели санкции, мы им обратно не ввели, ну, в плане того, что мы у них просто продукты сказали, некоторые покупать не будем, но в итоге это, как сказать, повысило вот этот рост фальсификатов различных. Ну, сейчас действительно на прилавках лежит, если не соврать, вот, это мое личное, сугубо мое личное мнение, это я не утверждаю, тут возможно это около 80% фальсификат. То есть это не натуральные сыры, да, то есть потому что перевести сюда, да, то есть, ну, через, не, уже не прямой маршрут, а там через какие-то там окольные пути, да, то есть используя. Вот, плюс еще же надо здесь навариться, правильно, то есть, чтобы это еще продукция продавалась, поэтому какая-то идет жесткая химия. Жесткая химия, жесткая. И сейчас очень много даже заболеваний, вот, ну, никто об этом как бы не говорит. И важно действительно, ну, вот, все боятся там, да, думают, что, ну, порошочек там, да, там, это же, ну, порошок, вы бы, наверное, потянете скоро. Вот, смысл в чем? Потому что здесь может быть совершенно другой концентрат, но ты уже 2 года пользуешься, правильно? То есть, вот, у нас там вроде бы все нормально. Живая и здоровая. И что, вроде тоже. Предлагаю еще 2 года подождать. Кто его знает? Не, ну, как вариант, да? Можно, в принципе, ждать и начать пробовать. Что это у меня такое в руках? Давай, флагман. Да, это флагман. Тут, ты знаешь, ты, кстати, очень хорошо тебе получается рассказывать, как раз вот прям почти вообще взял прям все мои слова. Звезда Ютуба, работаю как могу, но из доски. Мы не готовились, если что, кто не в курсе. Да, кто не в курсе. Да, действительно, есть у нас много химии, ГМО-концентратов, канцерогенов, антибиотиков, все вот это вот ненужное для нашего организма, а мало чего, витаминов, клетчатки, пребиотиков, да, минералов, всего этого нету. Так вот, функциональное питание в современном мире – это как раз то, что не хватает нам. То есть здесь как раз-таки много чего – витаминов, минералов, полезных веществ, клетчатки – сбалансирована она полностью по КБЖУ, то есть именно баланс белков, жиров, углеводов, да, всего 200 калорий одна порция, то есть это полноценный прием пищи, это там не какой-то протеиновый коктейль или коктейль для похудания, то есть это еда, просто она в таком виде, да, в виде коктейля, ну, потому что все полезные вещества, да, ну, сложно, да, как вот я всегда говорю, спортсмены, или вот вроде хочет человек правильно питаться, но я вот как представила, что там на работу это надо взять там один контейнер, здесь второй, здесь третий, пятый, и ты такая, как с этими... Сумка. С клетчатой сумкой пошла на работу. А ты видела, как, значит, немножко отвлекусь, в Индии видела, как еду доставляют? Где? В Индии.
Нет, как? Ну, ты, например, ну, там, они как бы отец уезжает, скажем так, на работу, да, то есть, а семья там ему формирует еду, то есть, они в баночки укладывают, это там такие, знаешь, как бидончики, то есть, и как-то там передают, и вот они там, ну, если, типа, как не рикша, а там носильщики этой еды, представляешь, у них там, ну, такая доска, ну, не доска, как сказать, как поднос такой длинный, очень длинный, я не знаю, там, может быть, банок 40, вот просто там, в 3 или в 4 ряда на голове, то есть, представляешь, там 40 банок, и вот они... А те же люди работают на разных, ну, работах, то есть в разных местах, и вот у них доставка организована. Я это просто видел видео, вообще просто капец. Я как-то рассказываю, думаю, блин, ну да, это ужасно. То есть, ну, я просто думаю, что захочешь вроде все это делать, ну, во-первых, надо найти где-то натуральные продукты. То есть человек вроде бы, может, и готов правильно питаться, нужно там, не знаю, съесть на ферму, там, иметь свою курицу, там, и плюс все это еще скомпоновать, потому что, ну, еще очень сложно, ты же не нутрициолог, не диетолог, как тебе сбалансировать все это, да, вот, вроде у тебя все это натуральное, но как тебя сбалансировать? Никак. Кстати, еще, знаешь, такое важное замечание, это как вот, ну, на Новый год, обычно же все готовят там салаты и говорят так, ну, не трожь, не ешь, это на Новый год. А в Новый год кто бы еще бы поел бы тут, знаешь, чтобы лишь быстрее съесть. И многие забывают о том, что, ну, травится же. Очень много травится. Да, да, да. Вот, понимаешь, то есть как бы здесь-то не траванемся. Ну, 2 года ты же не нормально. Конечно. Ну, во-первых, все же люди, у нас же сейчас грамотные, умные, да, можно всегда прочитать, можно изучить состав, да. Это скрытие всегда покажется. Да, да, да. То есть это именно... Давай переходим уже быстро. Я вот, да, я извиняюсь, что тебе, ну, да, есть проблемы с этим. Значит, 1/3 суточной нормы того, что нужно организм. То есть ты быстренько с утра, ты можешь... С утра себе сделать, да, коктейль, то есть вместо завтрака. Во-первых, сытость будет, да, у тебя, ну, на какое-то там количество часов, то есть как будто ты плотненько позавтракал, да, но при этом будет легкость в организме, у тебя полностью будет, ну, получены все витамины, белки, жиры, углеводы, клетчатка, все, что нужно в балансе, да, не наберешь вес, потому что всего 200 калорий от одного приема пищи. То есть для чего мы вводим Energy Diet раз в день, как... дополнительный источник, да, белка, витаминов и так далее. Ну, это наподобие чего? То есть это, смотри, не наподобие чего? Салат, обед и что это? Вот, это ты можешь заменить либо завтрак, либо обед, либо ужин. Почему? Потому что это быстро, потому что это вкусно, потому что это полезно, и ты, ну, получаешь все за один прием пищи того, что вот организму не хватает. Ведь когда... Вообще организм – биологическая машина, когда мы чего-то недополучаем, мы начинаем себя плохо чувствовать, да, там болячки появляются, сонливость, усталость, ну и так далее, лишний вес. Так вот, Energy Diet решает ряд проблем. То есть первое – это баланс питания, именно сбалансированное питание полностью. То есть у кого все в порядке, да, в нашей жизни, кому не нужно там не корректировать вес, не сбрасывать. Спасибо за зарядки. Да-да-да. Просто раз в день мы… Для удобства это. Плюс Energy Diet работает либо в плюс, либо в минус. То есть можно тем самым за счет маленькой калорийности снизить вес, либо набрать, то есть по специальной программе. Получается, вместо, допустим, также перекусить на обеде, ну, нет возможности что-то готовить или куда-то не бежать, допустим, в Макдональдс, да, есть неполезную еду, сделать себе коктейльчик, у тебя есть сытость, и вот эта ферментативная система хорошо работает, что это быстро усвояется, легко переваривается. Ну, и многие люди сейчас, у нас все равно недостаток тех же белков, да, строительного материала, то есть все это мы недополучаем. А здесь все в одной порции, быстро, вкусно и полезно. Есть разные вкусы. Да, разбавлять с чем можно? Можно с молоком. С водкой можно? Еще не пробовала, наверное, можно. Слушай, вот я вот почему спрашиваю, потому что, ну, есть у нас самородки в стране. Ну, то левша появляется, то еще что-нибудь. Хорошо. Молоко, это мюсли, да. Это, ну, с молоком, с водой можно это все смешать. Да, да, можно со сливками. Это просто, это как бы какая-то, ну, в день-то какая-то разовая просто замена чего-то там, да, то есть остальное мы пищу все равно обычно должны все-таки получать, да? Пожалуйста, я, допустим, ем 2 раза в день. На завтрак я ем, потому что, ну, мне это быстро, удобно, и энергии на целый день, да, то есть потому что, ну, покушала, легкость и хорошо. И вечер на ужин, чтобы не набирать там, да, лишнее. Чтобы так вот хорошо выглядеть, сколько ложек, ну, в день, ну, что съедаешь. Ну, слушай, я по-разному. Бывает, я мюсли ем на завтрак, бывает, я на завтрак ем коктейль. То есть все это вот, ну, по ситуации. У нас есть еще супы. То есть есть сладкие вкусы, кто не любит сладкие, есть соленые, то есть сырный суп, допустим, гороховый суп, суп с грибами.
Есть? Да, да. Нет, здесь нету, здесь сладкий только, а так есть. То есть на любой вкус, да, это очень удобно. То есть детям можно, да, начиная там уже с 3 лет по полу. Харчо нету еще, ну, может быть, будет. Надо как-то это. Супы еще только линейка развивается. Вообще, изначально это была разработка французского диетолога, да? Ну, кстати, мы же о компании еще не поговорили, самое главное. О компании, самое главное. Да, блин, целый эфир, короче, надо не записывать. Что за компания, да? Значит, компания называется NL International. NL International. NL? Да, NL. NL, NL International. NL International. Да. Ну, наши люди, новые люди. Ты можешь свой телефон сказать? Да, обязательно. Да ты говори, видишь. Уже прямо сейчас? Ну, подожди, вот как заказать, чтобы... Как заказать? Можно позвонить мне по телефону, я оформлю либо бонусную карту, либо научу, как получать кэшбэк с покупок. Да, мы прикрепим просто ссылочкой к этому видео. Да, информацию о тебе. Угу. Так, компания. Компания, она уже 16 лет на рынке. Французская есть, компания? Нет, значит, смотри, слушай, как получилось. Компания организовали российские предприниматели. Гордость все-таки за Россию, что все зарубежное, да, приходит. Основали российские предприниматели, но это компания-поисковик, которая ищет лучшие продукты и продвигает через свою сеть магазинов. То есть изначально коктейль Energy Diet, он... Это разработка французского диетолога. То есть изначально они у нас были в баночках, но и сейчас они тоже есть. А сейчас уже запустили свое собственное производство, и поэтому... А где производится оно сразу же? В России или... Да, в России. Сейчас, то есть вот, это произведено в России, да, правильно? Да. Не все продукты, я же говорю. Ну, я понял. Да, ну, допустим, есть у нас коктейли как... Ну, скажем, манго уже у нас не растет, правильно? То есть мы не можем его производить. Да, да, да. То есть кофе тоже. Да. Продукты, естественно, там, ну, это по рецепту, там все заказывается, проверяется на нитраты, канцерогены, там все это выверяется, баланс. Есть целый фильм о производстве вот именно нашего функционального питания, очень интересный. Вот. А, допустим, коктейли, да, вот именно вот эта версия, это уже российское производство по рецептам, ну, которые изначально, да, разработки французского диетолога. Дальше, допустим, серия по уходу за домом. У нас Германия, Австрия. Это все эко-продукты, то есть они безопасны для человека, для детей. То есть не имеют запаха, они вызывают аллергии. Это, ну, все очень здорово. Линейка для волос профессиональная, бессульфатные шампуни, которые производит тоже Германия. Косметика по уходу за лицом – это разработка новосибирского академгородка. То есть там есть клеточный конструктор, Целькод, который именно на клеточном уровне работает, ухаживает за лицом, косметику тоже потрясающая. И вот, ну и так далее, все разные марки, да, они вот... Сразу вопрос. Да. Сколково не записалась тогда? Нет. Слушай, чем они занимаются? Я тоже не знаю, чем. Они, главное, не входят, их продукции здесь нет на столе, правильно? Нет, нет, их продукции нет на столе. Слушай, может быть, что-нибудь давай там по ценам, может, что-нибудь расскажи, пожалуйста. Смотри, здесь написано 15 порций. 15 порций. Насколько это хватит? На месяц хватит мне это? Ну, я же не знаю, как твои аппетиты. Я же говорю, кто-то ест раз на день, кто-то два раза. Если одна тянуть, порция... если тянуть. Нет, ну смотри, одна порция хотя бы, как я говорю, хотя бы раз в день надо кушать для того, чтобы, ну, чувствовать себя хорошо, для того, чтобы дополучать все то, что мы недополучаем, хотя бы раз в день. Если человек находится на какой-то программе, то, допустим, ну, коррекция веса, то тогда там он чаще. Хорошо, получается две коробки надо в месяц. Да, ну как минимум. Вкусняшек. Да, вкусняшек. Одна порция коктейля получается 130 рублей стоит, да? Сколько? 130 рублей. Порция, да? Да, порция. Что можно купить на 130 рублей? Даже, ну, чашку кофе, да? Ты ей не наешься, да? Ну, да. Не получишь баланс жиров, углеводов, витаминов, ну, и так далее. То есть, это очень удобно. Давай так, смотри. Да. Чтобы, ну, цена ценой, да? Да, да. Вкратце, во-первых, я здесь вижу, что написано по-русски. Да. Да. 23 витамина и минералы, мультипротеинный комплекс, растительные ферменты, натуральные пищевые волокна, экстракт грифонии. Белки 22 грамм, жиры 5 грамм, углеводы 15 грамм, калорийные 198 килокалорий. Одна порция готового коктейля, 30 грамм сухого продукта плюс 20 миллилитров, 1,5% молока. Да, да. Что еще? То есть, получается, у нас здесь 23 витамины и минералы, да, то есть, это говорит, ну, скажем так, чтобы мы понимали, да, то есть, нельзя его сравнить, ну, например, ну, для людей, да, там, кусок
как бы, ну, как бы, скажем так, котлета и пюре, да, это немножко, ну, как сказать... Можно, это же еда. Да, не, я подожди, да, я да, просто да, для обычного обывателя да, пытаюсь сейчас разобраться. Давай, в чем, давай. Где ж подвох? Это да, как, где ж подвох? Ну, где ж подвох? Вот, ну, во-первых, это коктейль дыни, да, то есть мы понимаем, что в обед, ну, желательно там, да, то есть это поесть, скажем так, мясо, углеводов там, да, ну, чтобы жиры, и еще что-то в виде фруктов там, да, заполучить. Ну вот, витаминов имеется в виду. Да, это ты решил, что в обед лучше поесть не, ну, мясо и фруктов? Нет, я все были в садике, были там в учебных заведениях, где вроде как бы вот надо, чтобы компот... Чем это обычно супчик едят? Ну, суп, второе... И компот, да? Да, компот с блинчиком, еще кашу можно зацепить. Вот, нет, ну что, есть так есть, наедаться надо впрок. Понимаешь, а тут-то получается, впрок-то не наешься. Все правильно. Зачем наедаться впрок? Вот. Вообще, функциональное питание... Функциональное питание, его задача решить, сформировать правильные пищевые привычки, что можно кушать маленькими порциями, да, несколько раз в день. Вообще, это правильное 4- или 5-разовое питание, потому что, как обычно происходит, из-за чего люди целый день обычно некогда покушать, вечером приходит, да, такая тарелка ужина, да, ну, потому что некогда. Все это наедается на ночь, все это откладывается потом в ненужных местах, человек не может уснуть, потому что все это перерабатывается. Вопрос, да. Никита у тебя кушает? Что? Конечно. Что? Подожди, ну а такую ты пишешь, пищу-то не смотришь? Конечно, с утра и мясо грызет. Мясо он грызет. Никто же не говорит, что не нужно есть ничего, кроме вот, я нормальная девушка. Не, просто, подожди, просто сейчас вот, ну, домохозяйки-то посмотрят и подумают, так. Что, стоять у плиты, готовить? На, ешь, иди сюда. Слушай, решает вообще же проблемы, получается, да? Ну, конечно, почему и нет, для тех, палату, кто... Палату тогда пойдем. Конечно, пойдем. Для тех, кто... Как? Пойдем покушаем коктейльчик. Ну, кстати, вот еще одну решили проблему. Попей. Только чего попить? Ну, если не попить. Татьяна у нас просто волнуется. Ну, я первый эфир. Что-то говорить не хочет. Ты что так пьешь-то громко? Может быть, забодяшь коктейльчик. Да. Значит, давай выберем путь. Что ты любишь? Не, ну, дынь, я тоже люблю. Любишь дынь? Посмотри, да. Есть. Кофе тоже попил. Да, уже хватит. Я добавлю ваниль. Шоколад. Нет, ты же знаешь, что я люблю шоколад тоже. Вот. Ну, ты мало ли. Слабость Михалыч, шоколад. Да. Что мы делаем? Значит, как мы готовим коктейль? Молоко желательно брать 1,5%. Малокалорийное. Ну, мы его сейчас разбавим тогда с водой. Водичка у нас есть. Вообще рекомендуют разводить, ну, примерно 200 мл молока. Вообще вариантов много. Можно со сливками, можно с молоком, можно с кефиром, если это, допустим, ягоды. В данном случае я возьму немножко молока. Слышь, как у нас буфет-то вообще зашел просто. Отлично, да. Вообще удобная тема, да? Да, будем оздоравливаться. Берем шоколад. То есть, помним, да, что шампанское не надо добавлять, да? Да, и там вино, коньяк тоже. Ну, у нас, конечно, уже есть менеджеры ушлые, которые мечтают о том, чтобы были... коктейли со вкусом виски, шампанского, ну пока еще такого нет. Возможно, все впереди. Это шейкер, да, профессиональный или это уже? Да, это наш, у нас есть много разных. Слушай, подожди, ну понятно, ты девочка там, да, вот ага. Как бы, ну, есть черный. С розовой головкой. Таня, будь серьезной, пожалуйста. Это очень тяжело. Очень серьезная запись. Крышечка это называется. Я понимаю, что ты волнуешься. На самом деле, можно называть это как угодно. Ты моя головка. Главное, результат. Главное, что за кадром голос Михалыч, а все остальное ерунда. Так. Ну, вот буквально поболтали, он там... Как ты говоришь, Никита, иди ужинать. Ужин готов. Подожди. Налить красивую на стол, а посередине свечку. Ароматический ужин. Пошли есть.
Но мы же тоже не знаем, допустим, ты приходишь в ресторан, суп-пюре тебя готовят, да, так же сделали, замешали, там налили красивую тарелку, и немножко посыпали, и ты кушаешь. А, то есть можно как бы это, ну... Да, конечно, оформить, обязательно. Да? Если дома, я это обязательно делаю, зеленушка, там можно домашние сухарики, это очень вкусно. Сухарики домашние? Да. А три корочки подойдет просто? В зависимости от ваших вкусовых предпочтений. Там тарарам. Да подожди, там тарарам. Это как-то понять там. Да не, у нас идет запись, все нормально. Ну, там тарарам. Там тарарам, попробуем не отравиться. Как там? Брюки превращаются. Да. Брюки превращаются. Превращаются брюки. Так, где твоя чашка? Вот это. Все, ну даже, в общем, обращаю внимание, что с алкоголем смешивать не надо. Он сука, запах-то вообще. Подожди. Пусть это не алкогольный напиток, но мы же можем так сделать. Чин-чин за здоровье. За здоровье. А сколько будет стать? Вот вопрос. Сколько болтать? Сколько надо, да, сболтать. Ну, слушай, я так обычно на глаз определяю, там, да минутку сбалтываешь, и все, там недолго. А у вас электрический шейкер есть? Ну, электрического нет. Слушай, такое, знаешь, вот я сейчас мешаю, просто люди еще, ну, скажем так, они думают, ну, что, залили и все. Очень густая масса. Очень густая масса, потому что вот я сейчас вращаю. Чувствую, знаешь, что, ну, какое идет сопротивление у ложки. Да, это вот теперь такой момент важный. Значит, на самом деле рекомендуемая порция коктейля, то есть 200 мл, да, то есть наливаем. Но я всегда своим клиентам говорю, что можно от 200 до 300 мл. Просто кто-то, как горячий шоколад, его, кстати, можно и в горячем виде делать, можно в холодном. Кто-то любит более густой, да, напиток, кто-то более жидкий. Поэтому, пожалуйста, не запрещается делать немножечко больше, да, жидкости, 200-300, то есть в зависимости, опять же, в зависимости от того, какой коктейль, допустим, ваниль, карамель, я люблю густой, латте я делаю более жидкий, то есть уже испробовав много разных вкусов, я уже себя сформировала. Ну, то есть как бы нет такого жесткого ограничения, нет. Воды, то есть здесь он такой, как густой шоколад, а горячий, если он густой, он тоже очень вкусный. Как, кстати, на вкус? Ну, печеньки, можно? Печеньки с шоколадом, да? Такой вкус. Ну, просто вот, ну, густой, то есть если сделать ну, как сказать, будет уже как коктейль, если больше воды добавить с молоком, да? А так получается как бы... Ну, как густой шоколад. Густой шоколад с печеньками. Да, поэтому я говорю, что можно варьировать, как хотите, выбирать. Слушай, такой вопрос, да? Ну, скажем так, если другие компании там, да, типа Гимбалайф, то есть... Есть. Они же тоже как бы пропагандируют здоровую пищу. Да, конечно, компании много... Чем отличается? Вот сразу же вопрос. Подожди, именно компания или питание? Потому что это важно. Питание. Именно питание. Ну, во-первых, составы. Ну, допустим, некоторые коктейли, то есть... Чтобы собрать, я даже помню, как-то я тоже одно время пользовалась, и ничего плохого не могу сказать об этой компании, да, только... Ты уходи просто из камеры. Мне не видно. То есть... Вопрос, чего не пробовала? Коктейли я пробовала даже. Нет, чего ты не пробовала вообще в этой жизни? Я все пробовала. Да нет, конечно, я много чего еще не пробовала, но я стремлюсь еще много что попробовать. А что, так что жизнь впереди? Смотри, сейчас напьешься коктейли, жизнь продлишь, и все. Еще пробую, пробую. Да. Многие вещи там были по отдельности. Допустим, там отдельно клетчатка, отдельно там... То есть... У них больше еда. Да. Что у них? Ну, у них больше еда, а у вас есть и косметика, и химия есть определенная, да, которая... Так, подожди, мы с тобой коктейли сравниваем или магазины? Ну, я плавно перехожу к магазинам. Нет, я к чему? Понимаешь, для кого-то может быть важна именно какая-то там, ну, например, группа товаров, да, чисто еды. Вот, а в вашем случае получается еда и еще косметика и много чего, да, то есть ты пришел там, в супер-гипермаркет, правильно, то есть, ну и по вкусовому качеству там, да, то есть отличается. То есть, да, да. Ну. Так, Танюш. Да. Да, Михаил. Просто не все знают, у нас так произошло, такой казус небольшой, пленка закончилась в нашем видеоаппаратуре, вот, поэтому... Мы попытаемся сейчас подытожить. Было наговорено очень много интересных таких тем, да. Вот, Таня, давай быстро. То есть, что вы планируете проводить, какие-то мероприятия? Мы будем планировать мероприятия. Это у нас будет карусель. Это такая интересная презентация, когда вы можете узнать все о продукте, его попробовать. Мы расскажем о том, как работают магазины, как работает эта система. И дальше уже сможете выбрать либо просто... ну, пользоваться, да, магазином, либо вас заинтересует возможность получать денежный кэшбэк
а возможно, кому-то станет интересна вообще тема эко, кто-то захочет развивать сеть эко-магазинов так же, как и я, по всему миру. И доставка. Ну, вот, да, доставка. Очень важен вопрос доставки. Каким образом осуществляется? Доставка сейчас у нас стала очень удобной, доступной. То есть раньше это была Почта России, либо Постаматы. А сейчас у нас есть пункт выдачи, то есть раз в неделю курьер бесплатно для вас доставляет заказ. То есть вы можете сделать заказ по интернет-магазину, да, и привезут ваш... Заказать, то есть получается только, ну, надо найти того человека, представителя, да, компании? Да, нужно найти представителя компании для чего? Чтобы получить карту, да, дальше вы же выбираете способ сотрудничества с компанией, да, то есть либо... 3-10% вы можете накапливать, да, покупки, либо вы можете получать кэшбэк денежный, для этого оформляется, ну, немножко другая карта. Возврат, да? денег, если да, что. Возврат денег. Возврат денег от совершенных покупок. Да, то есть да. именно в рублях. Приходит, да, именно в рублях. То есть для этого вы получаете номер ID, его можно оформить через меня. Это делается очень быстро, очень быстро, и стоит, как ты думаешь, сколько? Сколько? Ноль. Ноль рублей. О, классно. Уже экономия. Да, это уже экономия. Ну и дальше совершать покупки. Самое интересное, вы можете потом, допустим, поехать куда-то отдыхать. Вообще приехать в другой город, если там есть магазин или пункт выдачи, можете в любом городе также прийти, назвать номер вашей ID, совершить покупки и также получить кэшбэк. Все равно, как, короче, на английском языке ID, идентификационный номер. Да, каждый человек да. идентификационный номер. Да, у каждого человека. Опять же, идентификационный, грубо говоря, ваш опознавательный номер, который вам присваивается. В общем, ваш опознавательный знак, без которого вы... Шипы, например, тоже подойдут. Ладно, будем заканчивать, потому что мы не знаем, сколько у нас еще останется пленки. Да. Вот, что ты хочешь пожелать для наших радиослушателей? То есть, как тебя найти, мы приложим к данному видео ссылочки все, телефоны. Угу. Вот, твой идентификационный номер обязательно будет где-то там. Вот, давай. Что хочу пожелать? Да, пожелать. Во-первых, здоровья. Так. Обязательно, чтобы все были здоровы, счастливы, любили друг друга, находились в гармонии с собой, со своим телом, со своей душой. Вообще, вселенского счастья. Каждый человек хочет быть счастливым. Вселенское счастье, да, это мощно. Вселенское счастье. Но мы, действительно, наш канал Бородач ТВ желает всем счастья, любви, здоровья. Обращайте внимание на здоровое питание, потому что это действительно очень важно. В магазинах наших в сегодняшний момент ходит очень много фальсификатов. И важно действительно наполнять себя здоровой, качественной пищи, и главное, чтобы был, ну, энергетический запас от полученного приема пищи, скажем так. Вот. И тем более это очень такой интересный, увлекательный, как оказывается, интересный, увлекательный процесс. То есть можно комбинировать, можно и, знаете, применять даже как бы романтический ужин, когда вы делаете, да, потому что долго не готовить, не заморачиваться, берете шейкер дорогой. С розовой головкой и заливаете ему в стакан. Сегодня у тебя такой ужин, дорогой. Смотри, приятно мы. Ну, после того, как ты покушаешь, мы пойдем с тобой в музей. Понимаете, как это становится интересным и увлекательным таким, можно так сказать, мероприятием в вашей семейной жизни. Вот, ну а на этом мы прощаемся. Вот, у нас была в гостях Татьяна Березина, то есть главный я не побоюсь этого сказать, главный представитель города экологической, ну, по приему экологической пищи, понимаете? Ладно. На самом деле все поняли, я думаю. Значит, я не могу. Она реально, вот она вот такая вот веселая, реально на вот этих энергетических. Это что, не подсела, нет? Нет, я все нормально. Ну, ладно, все, всем пока. Ha ha ha.